А ты же понимаешь, что, ну, это же по запросу, то есть, значит, ты где-то гуглил, значит, ты смотрел. Чего? По запросу того, что я... Это по прослушке, это тоже по прослушке. Это значит, что-то смотрела, то есть, ну, это не может быть так, то есть, не так не работает. Реклама вылезла. Показывай. Я не забыла этого, прям, А я боюсь теперь рекламу, это... А чё? А что не так? Ну не, у меня всё на турецком, я даже не знаю, что у меня там пишется, но на всякий случай... Ну хочешь, я тебе переведу? Спасибо. Они таргеты ваши жёсткие. Привет, Вадь. Алло, ебать, тут бригады нахуй. Привет, Вадь. А, так Вадь, ты не влезаешь в этот... Жёсткий. Почему? Там водка должен просто 9... А стоп, нет, есть влезает, вот, 8 место. Чипс у нас не зашел. А, значит, да, просто наверху там есть, можешь выбрать. Вот, там можно на 9 сделать? Да, можно на 9, он может расширить. Да, у нас там до 14. Да, до 14. А, реально? Да, все, да. Все, сорян. Рейд от лысого, спасибо большое. Если тебе вайп плохо, то ты как себя чувствуешь вообще? Покажите, алло, я умер уже за компьютером. Нормально. Я в 2 ночи, блядь, проснулся. Спасибо, Кирилл, за рейд. Спасибо большое за рейд, спасибо. А где ссылка? А, в дундуках. Там водка должен расширить количество игроков. Так, я показываю демку, где там? Чего? Уверен, что его можно расширить? Да, там сверху. Ну, у меня... Вот, да, да, вот, видишь, чел 8-8 внизу, стрелочка. Вот, чел. Вот, вот, 9, все. А, реально, можно? Да. До 14. Все, теперь можно. Бро! Плиз! Водка, ты что, спать не идешь? Я кушаю. Привет, ну, я не знаю, как пацан просто по 12 часов стримит ночью и не спит до сих пор. Он еще так и сам написал, говорит, можно порисовать? Я вообще офигел. Ты постоянно должен что-то минус вайбить, но. Я? Минус вайбить? Схуяли, блядь. Да. Кто тебе Call of Light открыл? Кто тебе Call of Light показал? Как человек, который показал тебе Call of Light, может минус вайбить? Нет, это твой самый большой плюс вайб в жизни. О, Рома, сгоняй, пожалуйста, меня за колой. Да, загоняй нахуй, блядь. Ну, пожалуйста, ну принеси колу. Ром, принеси мне кофе, блядь. Я поухаживаю, уебище, ебаное. А в чем проблема, Ром, я тоже колу буду. Любимой своей колы принести, а? Во, видишь? Алло, Ромчик, она беременная будет, и не такую хуйню будешь нести. Да. Поэтому, Рома, не беремени её. Подожди, я тоже не особо хочу. Ладно, вы думаете, я тарелку занесу? Не надо. Ой. Чё, может, я там магазин успею, блядь, сковлять? Да не-не-не, сейчас уже начнем, сейчас Рома колу принесет. А чё, мы какой начнем? С обычки, наверное, просто? Как обычно. Да. Без разницы вообще. Я не умею рисовать. Событики начнем тогда. Умеешь. В смысле, чипс? Вообще, ты, ты не помнишь, как ты апгрейднулся? Мы все в шоке были, сидели, когда ты играли последний раз. Ой, спасибо большое. Лер. А? Хуйна. А? Я нейросеть уже все обучаю, не буду скоро троллить всех. Да, вчера нейросеть твоя, знаешь, что выдала? Что я в тюрьме сидела, блядь. А что ты даже смеешься? Я в тюрьме сидела вместе с твоим мужем, блядь. Он тебе изменяет со мной. Ага. Опа. Вот так, Ром, вот нейросеть вчера выдала. В тюрьме там сложные времена тоже поменяли бы, ты либо тебя. А там не было уточнения, кто кого. Кого не в ту зону определили, вопрос. Я спросила у Ромы, какая его любимая стримерша, он сказал Никоглай. Дед сидел тоже этот, вот мыло ронял постоянно, блядь. Нет, я там подсвечником был, не пизди. Водка, запускай обычку. Белые розы. Угу. Бабочки просто надо по чуть-чуть рисовать и все дорисовывать будут. А, нет, ты сначала пишешь, а потом вот то, что тебе написали, рисуешь это. Пиздец, фраза. Официант жгет официантку, ебану. Обсуждаем. О. Ох. Угу. Ну, я нормально дал. Вайбу, я да? Ничего не написал даже, я сплю. Ну, что-то Ромка-то быстро дал. У меня время вот не идет, блядь, я не понимаю, почему. Отблок. Реально? Ну, по-любому. А скорее всего, можно? Кстати, у меня лагало с ним очень сильно, я убрала его. Ой, это что нихуя такое? Там. Это симсалабим, блин. Я подумала, это кошки дерутся. Ну, примерно такой звук. Я в него тоже тапком кидаю, когда ой, он... Блядь, кто это написал, блядь? Какой долбоёб ебаный. Ты о чем, братан? Уйдешь потом.
Я забыла, как рисовать. Я внезапно тоже. И сейчас будет там, ёб твою интина. Я клянусь, я забыла вообще как. Ебать, там Симсалабим нахуй на рынке бегает. Какой-то этот нахуй же. Соломош, ты стримеров пугаешь. Соломон, ты... здорово, Соломош... садись с нами рисовать. Хлопни три раза, если ты в плену. Да он птичий изучает язык. У тебя попугай есть дома? Не понимаю. Ужас какой, что я рисую? А я что рисую? Ужас какой. Соломош, ты, блядь, что с тобой? Я не знаю, что. Я говорю, я забыла, как рисовать. Как ты меня назвала сейчас? Рисовать? Мне кажется, я реквест Лера сейчас рисовала. Да? Ага. Ну, не факт. Ой, я знаю. Точно. Нормально. Ты же вот тут происходило. А что так долго, блядь? А то что ready не жмут. О! А, я ready не нажал. А где дырка? Время есть. Я еще рисую. Да тут время есть. Справа вон оно. А что-то какой-то, видимо, сделали настройку, может, какое-то мега долгое. А может, ебать, рот закрой свой нахуй. Блядь, я бы тебя так сейчас бы... А ты бы сделал, ты чё нихуй, я бы это не сделал. Обнял бы и поцеловал бы. Спасибо. Потому что ты злой. А любовь, она, ну типа... Сука. Ну добрый. А любовь, она победит, сука. Ну да. А они так вот со всеми ними надо, понял? Типа, да. Что вы пишете? Это пляж! Это пляж! Это пляж! Да, да, пляж, Даш. А ты чего подсматриваешь? Я просто не посмотрел. Просто. А, ну... Ну, блядь. Это сиськи или это не пляж. Политический стрим добыл её. Холодная? Нет, просто ребёнка там этот. Иди сюда. Что, вы точно, бля, ребенка не попугая завели? Ебать, вы его заводили? Мы ему слышим, знаешь, он Geographic ставим, он изучает язык. Походу, бля. Блядь, а прикинь, что после Симпсонов будет, блядь? Он хотя бы разговаривать научится, я не знаю. Ну не тролльте. Кто троллит? Рома. Не-не-не. Носик. А ты что мяукаешь? Делаю то же самое, рисую носик. Кто там мяукает, Иван у тебя? Кошка. Кто мяукает? Иван не дома. Ну, когда он дома был? Он по шлюхам пошел. Опа. Ага, в Москву. Ну там самый четкий. Ну конечно, тут откуда, блядь? Это че? А ты откуда Скилл. Знаешь? Это тебе, Рома, вопрос. Да, Рома, это тебе вопрос. Алло, связь плохая. Рома, я тоже не поняла, что это такое. Алло, да, что-то не слышно. Как заливка? А, нашла. Заливка — это мои рисунки, блядь. Кырс. Ну-ка, вы чего? Нет! Вы, ну, я потом скажу, что это. Ну какая крыса? Сколько еще там времени, а то, блядь, у меня время не проплачено тут. Чуть меньше. Не так долго. Не похоже? Половину. Чувствую себя уёбком, потому что наверное, нормально я просто рисую как мразь. Да, я пыталась нарисовать рисуешь. Его. Да, спасибо, да, да. Чипсикс. Я просто не помню, какие уши. Я так. По мне памяти. Ну, у меня память плохая. Сделать, усов надо еще. Так.
знаю, еще иногда у котов тут есть, но я не знаю, есть ли такие штуки у собак. Вуф, вуф. Ну пофиг уже, уже не успею. Подосик, высосик. Ну уже не успею, Ром, срочно, бро. Ром, срочно, что было в 675-й серии Симпсонов? Нихуя себе. Он же ответит же нахуй. Откуда я это знаю, блин? Даша, по-моему, у меня тоже шум. Ну не факт. Что там? Не, ладно, нет, наверное, это не то. Вряд ли мой. Да, но он очень детализированный. Там водичка есть. Ну, бля, очень. А что меня... там мем? Реально? Блин, я не шарю. Что такое курдуль? Ебать ты слова, вы что вы пишете? Ёбаный в рот, блядь. У меня просто 6 слов, блядь. Почему, блядь, мне все рисунки попадаются со мной, блядь, что здесь, блядь? Что такое курдули? Вор. Не знаю. Ладно, я представлю, что это большие ботинки. Это вор. Ты именно правильно. Да это вор, блядь. Вор, вор. Курди, бро. Пончик. Ну когда не пончик. У меня больше вопрос, что такое кропер? Крипер. А, реально? Ну, легенды кто написал, блядь. За это мы его уважаем. Так, ты отсылку не шаришь, это Хантик так называл. Ну... Это похоже? Сейчас я разукрашу еще. Я немного вспоминаю, как это делать. Ой. Дырка. Что такое бубенчики? Яйца коня. Окей. Это которые динь-динь-динь делают. Мне нравятся больше яйца коня, нахуй. Я их рисую. Так это не бубенчики, это, блядь, хозяйство, нахуй. Это боулинговые шары. Соломош, покажи бубенчики. Ой. Какая-то мразь вообще. Дай срисую, блядь. Меняем деда вообще во всех пабликах, нахуй. Тише, да. Бля, судя по тому, как у него мелкие звуки парагирующие, я пришел бы, нахуй, дал бы, блядь. Бля, какой же гений рисования, блядь, я не знаю. Я ему наблизил. Ой, не-не-не-не. Ты так думаешь, пока этот, мы не увидели твои рисунки? Не, братан, я вот конкретно гений, просто запоминай. Не, запоминаю. Ты мои часы видишь, охуеешь. А как это сделать? А можно что-нибудь, ну, битбоксы навалить? Да. Так, типа? Бля, чиз, легенда. Ой, ну, не успела. Ой, кто-то нарисовал огромный пенис. Что это за хуйня? Бля, как будто лучший экран скрыть. Справа была большая, если что. Ну, там была маленькая. А это что такое? Подожди. А что это такое? Фиг, кто это? Возможно, это курдули. Не-не. Это не то, что не так выглядит. Курдули. Я не знаю, но это то, что я вижу. Блядь, что это такое, блядь? Да, блядь, кто у нас вообще? А, это вот это было, я не поняла. Отстой. Ох, бля, курва. Что такое МС? Кто? Моуспит. Что такое Кори МС? Это игра такая. Это Малстрой стример. Я думала, это Кори. Не, Карина, но... типа. АМС. Ну, как это ник, ник у нее только Кори МС. Блять. Она рэпер, ты не знал? Не слушал треки. Ну, блядь, позор тебе, браток. Я не шарю. Сколько лапок у креветки? Срочно. 17. Да я ебу, что ли?
Не знаю, как до... как это... как значок до... Вот видите? Спалил богачей ебаных, блядь! Я сказала все! А, да отмазывайся, отмазывайся, конечно. Не, я сказал нахуй. Все. Я ебу, сколько у нее лап. Я когда ее ем, я не смотрю, сколько у нее лап. Отмазывайся, 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 отмазывайся. Недавно тоже креветку ебал. Ее есть надо. Ну, я это вообще имел в виду. Да-да. Отваренные, хорошие. А где ты купил? Лёха где-то взял. Ну, как будто разъёб. Ну, я думаю, это понятно будет. Да, пап, что ты думаешь, что сейчас ебал? Не знаю. Ром, ты чё такой грубый? Чё, ты мне что снимал? Чё? Ух, ебать там, Женя, нахуй, здорово. Ну, потому что довольный. Чем? Крокодил. Нихуя. Его слышно, да? Соломон на кошачьем просто решил дать вайб. Мы просто догадались. О, бать, вы тут тоже с нами? Он тебя разбудил, бать, я могу разобраться с ним. Тоже без этого. Ладно, это жесткого я нарисовал. Бля, я не понимаю, почему на всех рисунках я, блядь, вы можете что-то... Что это? Там члены есть на экран. Подожди, что это такое, блядь? Классно. Да я не успел цветом закрасить. Тут дается, блядь, времени. У меня просто сиси, если что, на весь экран. Ого, я сейчас посмотрю на твои арты, блядь, за столько времени. А вот ты тоже не пизди, слышишь, блядь? Ну и закрасить-то можно успеть. Тоже давай, не нападай, блядь. Это на самом деле просто такой топик. Да. Угу. Озвучку так, вруби только нам. Режим показа. Ебать, сложно. Какой, вручную или авто? Там вручную. Озвучку вруби. Врубил. Авто. Угу, всё, есть. Чибис достал туза с рукава. Там все про меня, блядь. Что вы делаете? А почему рот в говне? Чипс нашел туз хрести. О, я дал? Копейка. Да похуй мне. Кто жирнее? Это я писал. А я не поняла, что это. Кто жирнее? Картошка троллит. А, спасибо. Хуй нади. А, это картошка была, сорян. Да блядь! Да я даже веточку нарисовал. Токсичный ёбаный лук показывает жопу. Ну так вот, лук, смотри, один в один нахуй. А почему это яйца, блядь, а не жопа? Жопа! О! Яйца, Ром, я тебя поняла! А, стоп, нет, это в другом месте было похоже. Макривский сидит в тюрьме и не изменяет. О! У меня такого не было, если что. Понятно. Так, подожди, а о ком он думает? Рамчик на нарах. Мысли только любимые. Мне это не попалось. Даша Курдуля. Курдуля. Ну вот она. А почему как это у меня... Коряя моя, сука, лбал. Ой, сейчас. Обратно сейчас. Тише, тише. Но это если топик должен был быть. Я понял. Ты так не продумал. О! А почему не Nike Pro? Красным, красным покрасить, и это было бы платье. Я немного не злился. Какое? О, нет. А, вот оно что. Рома, почему ты меня так рисуешь? Ирон не умеет играть в доту. Это факт. Ты видишь? Леша. Карту не успел взять. В доте один на один мид. Эти чертежи делать одни. Как они поняли? Ирон так пишет. Да я не успел, там времени мало. 1-0. О, нифига прикольно. Пользу чипса или хантаса в доте. А до меня не доехало, как нарисовать это. Какой он значок доты? Футбол. Легенда. Футбол. А, жирнее это походу Вадя. Да, а как ты догадался? Сын, а я его не слышала. Я его особо не слышно сегодня. Она плохо ему.
Ну я решила. О. Бля. Чем он выкинул? Я подумала, что это хвост. Квадробер бубенчиком был выкинул. Чего? Квадробер и Соломон смотрит на папу. На папу. А, да, вот так. Это нихуя себе, он по-английски, вы поняли? Это типа лосось, нихуя себе. Кот в маске хочет анал. Анал рыбу наблюдать. Слава богу, что это не нарисовалось. Чип за такого не было, блядь. Знаешь почему? А, у меня было. Вот же, красиво. Ну, красиво. Почему висят? А, точно. Летит в рот коту. Нормально, нормально, сохраняем. Ух, ебать, сосиска. У кого-то блюет кровью. Кот ест сосиску одну и большую. Блядь. Большую. Ну это... Красиво. Вы там член еще нарисовал. Говни ест сосиску. Ну, ребят, не удивляйтесь вот этому по сравнению с вашими. Сосиска. А где ушко? Бля, ублюдок. Курдули. Я не понял, чего это, что? Кот, ну ты что, не видишь? Да, котик. Ну не съел её, он полный. Гвину оторвала палец. Ой, ну зачем так? Деда минус реп жирный. Извини, Гвин. Это был первый мой рисунок. Ебать у тебя пальцев, кстати, Гвин. Пляж заебись, кстати. Украина ещё тут. Это был чей рисунок рисовал. О, Роман. Порвало под водой, я хуй знаю. О! Охуенно. Динамит и дилда. Ну хуй знает, это реально, блядь. Ну, блядь. А, это дилда. Это, блядь, сосиски. Динамитные сосиски. Динамитные сосиски. Я не умею рисовать. Да, я чё, хорошо, нет, динамитные сосиски. Крипер взорвал Макса. А у меня этого даже близко не было. О, у меня было. Я этого не помню. О, бля, прикольно. Что это у него жопа, блядь, спереди? А, ебать, я поняла, что я рисовала. Там вообще, пиздец. Все силы на крипера ушли, сори. Шадоу Кека. Ну, нормально. Ну, крипер хорош. Крупер. Ну, вот у меня было вот это, блядь. У тебя ребус и водка. Крепка 900 грамм. Много, да, блядь, у нас пацан понимал. Вот это, блядь, я рисовал. Вот, нормально. В итоге. Креветка 900 грамм весит нафиг. Зеленая. Зеленая. Ну и пипяу. Они все зеленые, когда сырые. Скилл Зор увидел себя в зеркале. По-моему, синий как будто, не? Ну почему мне это первым бросало, блядь? Чипс смотрит на себя. О, как? Поняли, что это чипс. Как поняла, что это чипс? Я не знаю. Да, дед, это чипс в зеркале. Нормально, нормально, сохраняемся. Ну нормально, нормально, да. Прочитала. Блядь, смотрите, насколько сейчас я гениально придумал. Ну-ка. Чипс 2. Чипс квадрат. А как ты эту двойку сделал? Блядь, всё зарунил. Ну я туда всё нормально сделал. Skills 2. Ну у меня чуть поменьше, один. Собака. О, skills, очень оригинально. Ну пускай делаю шедевры. А? О. Вот он. Ой, нифига. Су, какая хорошая собака. Пёс. Добрый. Многословный очень. Ну ладно, ребята, этот раунд будет супер скучный, но я его исправлю в конце. Это как крыса, блядь. Я Майка пыталась нарисовать. Собачка и води. Во. Красавец. Ну, у меня лучше вышло. А чё он двуххвостый? Ты аниме пересмотрела? Нет, это он махает хвостиком, типа, понял? Ебать, давно у Вади Скуби Ду. Бляк, как будто нас носок просто одели на руку. Ну ладно, держите нахуй, шабака-бабака. Собака курит Кась. Кась-ага. Ночи. Нормально. Немножко шабит собачечка. Ну. Так, чё теперь? Чё, можем... А там же какой... Нет, там какой-то разъебалово было, да. А давайте снова дорисование. Искусственный труп, который? Не-не-не, да. Давайте, давайте, это оно и есть. Сейчас, погодите, я перезагружусь, не запускай. Хорошо, давай, труп очень там очень охуенно. Здесь, в этом режиме, главное пересечь линию, когда будет перерывиться. Ну там, где ноги, там, где шея, и вот. Да, там будет писаться. Мы сначала все рисуем, типа, по голове, потом по пузу, потом по ногам. Угу. Вот. Покажите. И главное пересечь линии, чтобы следующий игрок понимал, откуда, ну,
И желательно покажите, где, типа, шея, чтобы можно было как-то понять, что там она начинается. Это имбуля. Мы в прошлый раз такие там шедевры нарисовали. Там очень разъебалово. Да, вообще тотально. Подожди, у тебя же Гвин осталась. Да, а я же тебе скидывал. Да. Да, ты можешь посмотреть. Мы готовы? А, так я могу сейчас скинуть. Там кто-то, Рома перезаходит вроде. Только он что-то не вышел из лобби. Я не совсем понял, что делать, но пофиг, я пойму вначале. Смотрите, в Дундуки посмотри, вот. Там получается... Не обзывайся. Это... Три разных рисунка должны быть, прошлый раз нарисовали. Ты поняла, как? А, ты тоже видишь. То есть я нарисовал голову, видишь, и главное внизу, типа, пересечь, чтобы было понятно, что, как, где. Потом кто-то рисует пузо, а потом ноги рисуют. Короче, вы сначала рисуете голову, потом рисуете кому-то, дорисовываете тело, типа. Нет, это мы этим же стаком. Да, почти что. Да, там прям. Да, а вот смотри. Сейчас я вам покажу чат. А вот смотри, Соломона мы нарисовали тоже втроем. Вот мы нарисовали в прошлый раз. Прикольно. Все, я ready, давайте. Это из-за скинтруп вот этот, да? Да. Это вообще имбуля. Готово, да? Да. Соломон еще. Так, мы сначала голову рисуем. Да. Да, так нам тут написано, что делается. Так. Вот, видишь, пересеките эту линию, это чтобы другой игрок мог это. Все, братан. То есть до этой линии мы рисуем, да? Рисуем то, что там написано, да? Только голову. Нет, ты сам что хочешь рисуешь. Бля, а что нарисовать, я не придумала. В смысле, голову мне надо, да? Ну да, чью-то голову рисуешь. Да. Бля, ебать. Я что-то не придумала, что мне нарисовывать. Бля, у меня времени нет, я ебал его в жопу, нахуй. Оно идет просто очень медленно. Правда. Да у меня нет, у меня просто оно не идет. Когда услышишь... Блядь, что-то закрасить нельзя, если голову... Надеюсь, понимаю, что я делаю. Ты просто должен голову чипс нарисовать какую-то. Ну, что? Я нарисую просто круг. Чтобы она пересекала линию, типа. И кто-то будет дорисовывать до нее тело. А, пересекала именно, чтобы заходила за линию? Ну, по линии вот так, чикс? Да, за да. нее должно зайти, за ниже, нее. Ниже, пересечь. Угу. Типа, чтобы я люди понял. Видели кусочек, чего ты нарисовал, понял? Да... Это пипял. Сколько еще времени есть? Что? Да, да, еще очень много. 1/4 закончилось. Что, Даша, пофиг, не понял. Ну вот шея, я пересекла же шею. Так я пересекла, вы что, вот линия. Вы видите? Вы чё, вот линия, её нужно пересечь. Я же уже играла в этот режим, я знаю, как это делать. Блин, повезло. Ай. Ты уже закончил? Случайно нажала. Гвин, наверное. Что прилетело, блядь? Я текстуру добавляю, не пизди. Нихуя себе там текстурпак. Бро. RTX Hair, блядь, буст нахуй. Вы охуеете. Я в ахуе. Я уже ахуе. Угу. Ладно, пофиг. А где моя сосиска? Сосиска. Самый детализированный рисунок в истории. У меня... Хорош. Ну, я готов нажал. Особо не запаривался, ребят, честно скажу. Верим. Ну, за таймер такой нормальный, да. Будто в два раза или в три даже дольше, чем в прошлом. Ну да. Бля, ну я вообще красиво нарисовал. Еще долго? Есть время? Да есть время. Ну, четверть осталось.
сосредоточена. Нет, как будто все. Как будто я не знаю, что еще можно добавить. Так можно ничего не добавлять, нажать середине и все. Клятву? Клянусь. Бля, жалко, что не идет под... 6. Только что увидела ошибку. Звоночек был, если что. Для учителя звонок. Бля, ладно, я сделал, блядь, я так... Спасибо. Будь. Все, смотрите, у вас сейчас будут линии, вы должны их продолжить. Окей. Да, блядь. Будь здоров, кто чихнул. Спасибо большое. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. Пожалуйста. Какую линию убрать? Мы про что? Да я уже не уберу. Потому что тут тогда надо будет верхний слой стирать. Тут вроде есть пипетка, вы нажимаете на цвет снизу и берете другой цвет. Так, что это? А кто это нарисовал? Что за гений ебаный, блядь? Если что, у вас сверху есть отдельные 6 или сколько там цветов. Это те цвета, которые были задействованы. А, Гвин, я понял, это я, походу. Надо было на весь экран, да, рисовать? Не-не-не, у меня прям гений рисования нарисовал Патрика, просто пиздец. Патрик Стас? Очень сильно прошу прощения за Патрика, сразу говорю. И слева, кстати, эти показываются, какие цвета были использованы. Нихуя себе суфлер. Продолжите с торсом. Сейчас, подождите, что-то не так. Бля, какой-то вообще, походу, сука. Блин, а как нарисовать, чтобы было симметрично? Короче, пофиг. У нас много еще времени? Угу. 1/4 кончилась. Лёша дорисовал, блядь. Ну. Так как я не умею рисовать руки, они будут сзади. Лайфхак. Жиз. Как она назвала мою пальчик? Не знаю, у тебя бань лезет. Жиза. Я тоже не понял. Хуять. Ой, ебать, полчаса есть как раз по эту часть. Найк. Нет! Вот так еще. Реди. Да не видно. Ну ладно, я так вруинил чуток. А чё? Отстой. Непонятно. Сколько ещё времени? Это 8. 8 минут. Что вы пишете? Осуждаю вас, чат. Осуждаем. Пусть вот так будет. Нет. Оставим. О.
надеюсь, надо закрасить. Скажу сразу, я не понял, что у меня был за рисунок сверху, я, блядь. Надеюсь, кто-то Hamster Combat нарисовал. Потому что мы тапаем, тапаем всей деревней. Лицо я не могу закрасить, это же лицо другой человек рисовал. Арбуз, арбуз. Штаны, нет, я не буду, пусть штаны нарисует уже другой человек. Пусть белый будет. Ну, дочка, куда ты спешишь, я? Почему тут арбуз? Не знаю, мне захотелось арбуз, арбуз нарисовать. Как... Я даже кофе пошел, все уже арбуз, сделал. Арбуз, арбуз. Нихуя себе. А волосы на руках. Ну, ща. Я уверен, у меня Стив из Майнкрафта был. Держите. Нормально? Еще вот здесь. Еще что-то добавить надо? Дюрант! Ну, и что тут, блядь? А что это у меня теперь? Завершите нарисовав ноги. Надо ноги? Надо было... Да, да. А у меня там чуть-чуть... У меня вообще кто-то нахуй один цвет использовал, серый. Кто это сделал? Это что? Кто это сделал? Черный, наверное, да? Я не буду признаваться, ребят. Просто серый цвет, больше ничего. И у меня сверху там, блядь, какое-то пятно серое. Я не буду признаваться, кто это сделал. Да не надо искать меня. Тише, ребят. Ну мне тут вообще пиздец. У меня какие-то палки торчат, блядь, и все. Какая-то легенда делала. Я не знаю, что тут нарисовать. Блядь, ебать. Вы какого-то слендермена нарисовали или что он? Почему он тонкий, блядь? Ладно. Мне бесит тонкие линии. Извините. Отменяем. Вот так? Я нарисовал опять, а ёптвою мать, какой гений. Я хотел тени нарисовать, а получилось. А получилось? Бля, легенда. И просто и умер, бля. Там явно не получилось, поэтому. Невидимка в рот дал резко, блядь. А минусы? Блин, как пипетку взять. Как тупо жрать. Пипетку, бля. Вроде время есть. Пипетка в городе. Приятного аппетита. Спасибо. Бля. Мне еще едет. Я надеюсь, это не Пикачу. Но это, скорее всего, Пикачу, но уже не успел, ребят, без обид. Блять, не завидую, если это реально кто-то там красиво Пикачу рисовал. Правду говорю. Ну, это, походу, рисовал тот, кто молчит. Я молчал. Кто молчит? Ты же молчал, но я это не рисовал, чел. Не, я не знаю. Просто я вот сейчас, когда дорисовал, такой думаю, ебать, а если это Пикачу? Надеюсь, там не будет показано, кто рисовал. Исход. Исход уже определён, ребят. Давайте познатор. Согласен, охуенно. Блин, я бы еще поиграла в дорисовывание. Ну иди поиграй. Ну, дура. Ну. За кого сейчас? Стоп, а мы уже, да? Все, типа, это последнее. Да, нормально? Охуенно. Так, я дура теперь.
То, что у меня на экране, это вообще идеально, блядь. Я не знаю, как она выглядит. Нет, так не буду делать. Ребят, ну давайте поживее, блядь. Ну ёбаный в рот, блядь. Пикассо уже закончил. Да, ребят, подождите. Там одна нога просто ближе, чем другая, поэтому одна больше, другая меньше. Устраивайся. Дайте я дорисую, ребят. Дайте время. Давай, давай. Готов. Я не умею рисовать, я никогда не говорил, что умею рисовать. Умеешь рисовать крысы, ты полосатая. Вот ты сейчас посмотришь, какие ноги я сделал. Ребят, у меня ноги с моей ноги. Почему 6 когтей? Потому что... Хотя это ебаль ножной, это скажи ему, да. Вот. Все. Так, пошла пизда по трубам. Мин тут или нет? Он уходил, ну похуй. О, реально Стив, а кто-то угадал. Ну это я понял, что Стив. Оп. О, нифига. Продолжай, сын, блядь. Это Стив ковбой. Нифига. Нормально, блядь. Нормально. Блять, надеюсь, не Пикачу, ребят, потому что я говорю. Кот и ноги. Ноги не подходят. А, это вот это серое пятно, да, как я понял? Что фон не сделали? О, нифига. Бля, мне кажется, фон не надо было заливать. О. Нет, следующий фон надо было залить. Охуенно. Нифига, прикольно. Для психбольницы. Отдайте Соломону. А кто сисим? Грин. Я. О. Подожди, ты дорисовал долини, да? Да, а, да, 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 да. О. А, нет. Кстати, зеленый фонарь, типа. Кстати, прикольно. Это из Симпсонов, Ром? Я думал, что это Марк Симпсон, блядь. А, ну, блядь, тоже знал. Заебался Мисс Симпсон. Я думал, что это, ну там прям платье было жесткое. Да, хоть бы не Пикачу, ребят. Даш, сделай косплей, на Марк Симпсон. Нет. Я потом не отмоюсь. О, нифига красиво. Все. Ром, ты же учишься рисовать в крысу. Не, он научился уже. О, вы собрали полностью. Вот это заебись. Нихуя. Молодцы. Нихуя. Красиво очень. Патрик, Стас. Красиво очень. Не, реально красиво. Крест Доминик. Это я нарисовала, не знаю, что это. Вообще вначале было заебись. О, я решила по-другому сделать. Я, блядь. Бля, ну я доделал, сори. Ну там немного недорисовано, я не понял. А что это? Она не пересекла линию, и у меня видишь, как получилось? Я ж пересекла, нет? Не-не-не-нет. Бля, сори. Охуеть. Нормально. Просто ты просто не видел, что нарисовано? Нет, я видел, ну, частично. Это почему вверх смотрит? Руина. Я руина, это нормально? О. Я руина. А, вот это Литэнэ же вам. Нихуя себе, это мистер Крабс? Каркас нормально, это что 6. Мистер Шнапс. Это мистер Крабс в кондициях. Мистер Литэнэ. Ну да, есть. Конечно, блядь. Ты на что надеешься, когда ты эту хуйню рисуешь? Это ж тебе пририсуют какие-нибудь ноги, там, не знаю. Вот такие. А, ребят, ладно, нормально. Банана. Ну, ребят, я вытащил. Его бита, ребят. Хорошо, что я сам последний. Это если что 900-й. Это 900-й Спайдермен. Понял. Ты понял, что ты не сможешь закрасить? О, нихуя. Не, мне лень было закрасить. Ебать, он маскулистый. Я вспомнил то, что надо закрашивать в концепт. Ну, это пизду. Что? Это... Ну, это ножки. Да там, потому что торчали эти хуйни, это откуда знаю. Это как игрушка в этом. Алло, у меня торчали, блядь, ветки. Ну, я да, ебу, что там делать надо. Ну, ноги же надо нарисовать. Да, да. Я думал, там Слендер. Вспомните, сколько времени дается на это. Бля, кто меня позвал, нахуй? Даша успела даже арбуз лягу и сколько-то пририсовать.
Ну нормально. Он смотрит. Это, конечно, топчик. Чё, какой хотите режим? Можем еще раз это сказать? А, ты все? Давай, Лер. Да-да-да, мне все. Давай, давай, Лер. Все, давайте. Давайте. Я не могу меньше сделать. Да нет, тогда не трогаю, потому что все равно не буду засчитывать. Надо по полосочкам где-то рисовать. Чё, чё, Вадос, дайте сказать. Где-то дорисовывают где? Карлички рисуем и рисуем. Не хотите? Дополнение, а, дополнение? Дополнение, да. Давайте. 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 Так, нарисуй только что-то нормальное, там, с цветом каким-то. Цвета? Ой. У меня времени нету, нахуй. Я ничего не начал даже, если... Блять. Я не знаю. Нарисуйте хамстер. Ебали, я линию рисую, погоди нахуй, я не могу. Нихуя там, там сейчас все шахомяки, блядь, релизнули сразу. Дропай, дропай, блядь. Что у нас с типом, блядь? Это пиздец. Он робот плюс, блядь, отрыжкин. У меня лагает, блядь, дискорд, ебаный, алло. Ну, блядь, ебать. Там мы услышали все, что надо. А что нам с этим поделать? Это абстрактный рисунок, если что. Не экран? Да, артхаус. Ой. О, так нормально тоже будет. Не. Ну, как будто... Как будто вот так. Ну, как будто, да, вообще... Стоп, в смысле уже? Когда бы очень быстро, нет? Надо еще напихать. Сколько это... еще времени есть чуть-чуть? О, вообще чуть-чуть. Полумесяц. Я не успел нихуя. Я какую-то хуйню сделал, как обычно. Ладно, это сложный режим. Угу. Для меня это самый легкий. А где? Где линия? Ну нахуй, ну, блядь. Блядь, ну я не успел. Что, блядь? Я зашифровала там. Да, мне кто-то коня. Да, блять! Шо ж ты с... Я сейчас рисунок как скиллзор нарисовал. Найс. Nice. Мне похуй вообще. Если у меня со скиллзором совпадет, это будет идеально. Блять, кто вот это нарисовал, сука, лосось какой-то? Где-то ты начал на сердечке яйца рисовать, ублюдок? Нет. Блять, еще кто-то кроме... О! Ну я изначально нарисовала сердечки, имею право. Тоже верно. Легенда. Что это за голос, я не узнаю? Я тоже сначала не понял, потом понял. Это Морфия, алло. Ага, Морфия. Понял тогда. А еще много времени или все уже? Половина. Все уже. Реально. Закрой нахуй, 89-й.
Так, намечаю, чтобы потом... Ну, не, 89 уже не актуально. Да, за 560 дней, блядь, новых шуток не придумал, нахуй. Блядь, сорян, нахуй. А я не помню, какого цвета. Пусть будет такой. Ебать, что я начудил тут? Это вообще Вася. Спасибо большое за 2 сабок. О, спасибо большое за сапки, а кто подарил? Груз 200. Груз 200, спасибо огромное. Что? Заебись, спасибо. Что? А что вы светитесь? Я бы испугался, мне кажется, кому бы выпало. Я не шарю. Ну, бля, кто-то просто уже арт въебал мне, блядь. Где тапают все деревни? Это что такое? Не понимаю, что тут нарисовать. Кто это? Подождите. Это соска? А, нет, не соска. Наебал. Не, вот кто, блядь, всё ебло зарисовал, нахуй, я тому вообще желаю самого лучшего. Согласен, братчик. Ой. Да, давай попоем. Нюша, кто заказывал корпоратив? Сори. Колонка заработала мне теперь. А вот это что? Бля, какого цвета совы на... Ой, ебать, водка, я давно тебя не слышал. Я так в точно, братан, это пиздец. Какого цвета сомы? Узбекские? Здорово. Не знаю, брат. Как по кайфу, делай, делай. Тип, думаешь, что тебя Юля вообще зовут? А вот тому, кто нарисовал этот, я желаю всего самого лучшего. Какие-то сердечки. Спасибо, браток. Не нарисовал, конечно, но приятно за человека. Я тут, этот полную няшку нарисовал. Да, это оно. Да-да-да, да. Ну это типа, смотрите, это типа Ликса, Руинит и веселый такой, а это Рома, который уже не... заебался проходить 50 раз пикапарк. А это призрак, который бежит убивать Ликса, вот. 48 просто, ну. Запиши цифры. Ну, я думаю, так уже много людей сделали. У меня тот же рисунок, что и был уже, что это такое, блядь. Вы одинаково умыслите? А чего здесь нарисовать? Просто сердечки. У меня человек шапка, блядь. Где пипетка? О. То есть я не захотел сказать слово пипел сейчас? Нет. Нет. Ну, правильно. Не захотелось. Скажи. Нихуя. Блядь, ебать, времени мало. Блядь, вы видите его еще? Продлевайте. Половина сейчас будет. Ой, блядь.
есть. Будь здоров, заебал. Спасибо. Будь здоров. Будь здоров. Ну? У меня живот урчит. Топок. Топок. Принимай спомезан. Бля, а тень не успела нихуя. Ладно, похуй, пусть так будет. Я всегда так оставляю. Так, еще 6 рисунков, найс. Всего лишь чуть-чуть. Кто-то на работу устроился. Графическим дизайнером. Ну, я бы долго не проработал. Ну, блядь, ну кто? Блядь, до этого цифры, теперь буквы, нахуй! Это пиздец, у меня цифры. У меня просто... Персонажей доты рисовать. Это с цифрами просто фон залил. Что? Ну, просто черт. Чего? За что? Срочно. Нет. А как она пишется? Ой. Кто не знает, что рисовать, я рисую персонажей тут. Просто ему модера въебало. Сколько еще времени? Половина. Меня в дурку заберут после этого рисунка. Да? Там уже заказывайте можно сразу. В принципе. Ой, блядь. Я то все ебал. Момент, когда я захотел нарисовать динозавра, блядь. Идите нахуй, блядь, с динозавром уебаной, блядь. Я что-то пропустила. Если все сотрешь, мы увидим это. Кстати, должна быть. Не угрожаю, чисто тупой. О, короче. Все, похуй, поебать вообще. Я все это время потратила на это. Это жесть. Не динозавр, а дун. Да ебать, еще, блядь. Еще это два, еще братан. Два, еще да. Два. Да расслабься, там да. Кто-то потратил время на то, чтобы написать. Две цифры, нахуй. Да, там, а две буквы до тебя доходило уже? Ага. Да, это, типа, вот это... Ты просто фон залил голубым? Или там по-разному все рисуют, дорисовывают? Я в ахуе сам с этого. Блять, что это? Ёбаный рот. Как недоволен нас, ребят. Нарисую динозавра. Хуй. Нахуй. Найс. Я уже пытался. Найс, поехали. Нарисуй Диснейленд. Нихуя себе, блядь. Я с добросимый. Сколько еще времени? Половина.
Ты заебал в одно и то же время спрашивать. Я чувствую. У меня же таймер в голове. Все. Мне кажется, когда я детализированно рисую, у меня хуже получается. Согласен. Вообще, очень плохо рисуешь, если честно, в последнее время. Я знаю. Ты что, чё, бля, заебал? Да, я что-то... Я тоже думаю, братан. А сейчас? 1/4. Да нет, это не это. Я думаю, шедевр. Да что? Вы никогда в мультиках не видели? У них у всех такие хвостики. Что? У них у всех в мультиках такой хвост. Конечно. Хуже было, просто всосал нахуй. Ну что за... Тут не ушу рисовать. Мультик от Netflix'а, блядь. Ну, сюрикены кто-то наебенил. Дай бог. Да ну нахуй! Уезжает, блядь, его заебало рисовать. Чувство болит завел, блядь. Гвин тут? А, так это Гвин уехал. Бля, можно сервер поменять в Дискорде, молю! А чё у тебя? Он уже нас шантажирует. Я услышу... И потом слышу... Это... Это для 89-го скода сейчас такие у нас времена. О, ты просто проснулся, блядь! А ты говорил, что это шутки не актуальны уже, долбоеб, вот. Ром, это из-за тебя, чтобы тебя подержать, понял? Абсолютно не актуально, нахуй, блядь. Вон тебя кем поддерживает, блядь. Я вернул мету имбулю. Ну как имбулю, имбулю прогонули. А тебе нравится, да, типа, ну там, не знаю, там, ну, там у детей да. Конфеты отбирать, там, не знаю, отпускать, может быть, стариков там, может всякие. Быть, толкать, да? Ну. Да, старикам ну, толкать, так, нахуй. Я не удивлен, Роман. Сколько времени? Это неправда абсолютная, он не толкает стариков. Уже меньше. А что, папич нахуй, чтобы стариков толкать нахуй? Так он детей толкает. Реально? Да? Обсуждаем. Ой, надо курьера попросить нарисовать сейчас рисунок, если пьет. Это все? А одна еще, да? О, я смогла. Как вам? Я не на одном рисунке, если что, не постарался. Это если кому интересно. Так тут главное, что тебе в голову придет, понял? На реализацию это похуй. Это нос. Интересно потом в итоге посмотреть, какое фантазия. Ну я подумала, что все нарисуют свинью, поэтому я рисовала не свинью. Понимаете? Умом. Вот. Сейчас я нарисую свинью. Как она оранжевая. Ну, бля, огурец нахуй. А почему у меня попался мой же рисунок? А тут в конце у всех должна быть? А, ебать, это мой рисунок, точно. А чё мне нужно рисовать? Хотел замашнить, да? Со своими рисунками. Мне тоже тут помочь придется. Да, ну не. Я не знала, да, что тут нарисовать. Не верю. Чего, бля? Теперь мучайтесь. Реально? Да, ну игра подъебала жестко. Надеюсь, тот, кто рисовал буквы и цифры, доволен сейчас. А сердечки? Это я просто не знала, что нарисовать, смотри. Сердечки хорошо прям зашли. Спасибо. Так. Бля. Я не мучаюсь, почему я лох? Да, ты лох, ты, блядь, ты ничего не можешь, блядь. Так поддержит? Вроде.
ебанула. Какая блядская песня. Согласен, никогда не слышал я. Ой, тут же есть пипяо. Реально? Угу. Делаешь? Ой. Сколько времени? 1:04. Как ты заебал, блин. Да, ну братан, ну не видно нах. Боже, я ужас какой. Блять, какую хуйню нарисовал. Я тоже. Простите. О, боже, бля, сейчас на эту хуйню посмотреть. Я не знаю. Я в голову нихуя не пришла. Ну что? Да, 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 да. Ну ладно, я охуенно все сделал. Спасибо. Ну там только от меня что-то не было. Ой, тихо, тихо. Блядь, рисунок вообще впадлу было дорисовывать. Так я оставил. Так, смотрим. Ну вот это интересно. О, понятно, блядь. Ну простите, но я тупой. Нет, прощения тебе. Ой, да что ж такое? Нет, нет, это он этот. Ну вы поняли. Ебать. Давай. У меня этот Посейдон. Конченая, как всегда, блядь. Вот это нормально чел нарисовал. Вот, это Хантер. Имба. Это тот динозавр? А, нет. Нет, там динозавра, блядь, лучше не видеть. Я когда увидела эти цифры, мне стало так плохо. Ребят. Спанч Боба заебашил! Или нет, или не как? Нет, это в иллюминаторе они, братан. А, день. Это тот самый инопланетянин из мема в ТикТоке? Ну, это как? Человек. А что, это Человек-паук, а что это? Бокшамп, нахуй, я ебал. А что слева? Я руки не нарисовал. Это душ, он, блядь, моется. Ебать, где мой рисунок? Блядь, я пропустил, сука. Таня, ты не особо не пропустил ничего. Ну, о, вот тут, вот тут я идеально сделал. Это лучший мой, если что. А, ну я на букву цифру рота был только. Не, вот тут я хорошо прям сделал. Оп, фри, Оля. Даблю. О. Ой-ой-ой. Бля, Оля. Колобок повесился. Вот, пожалуйста, нахуй. Ебать, дед пуп. Дед, ебать. Нифига фантазия. Нихуя, мор. Не, мор заебись. Да, крутой. Мои фантазии, не удивляйтесь. Тоже заебись. Это после этого к психиатру, Чипс? О, это Чипс, который съел сыр. Да, да. Бля, Годка, ты гений, нахуй. Годка. Годка, ты вообще лучший. Бля, сори, кажется, она всех пиздела, у меня самое отвратительное. Нормально. Я не знаю, как можно это дорисовать. Она мои цифры пиздела, блядь. Ты сейчас узнаешь, как это дорисовывается. Ну, нормально. Это фюрер! А это кто? Это Хрюнгель. Это из этого, из... короче, Винни-Пуха. Блядь. Охуенно. Банька вообще. Я возбудился. Ой, блядь. Психодел. Ебать. Ебать, дед, что с тобой? Стирать можно эти листы? Нельзя стирать. Нельзя стирать, только я стер. Ну так, понятно, из-за этого не уважаем. Но минус реп. Это уже по мышке. Это же по мышке. Ой. Ой. Хорош. Нормально. Пожалуйста. Пожалуйста, блядь. Держите. Это креветка? Ну, это, кстати, имба. Это креветка была, да? Это что такое? Бля, я тут такой нарисовал. Это Пэкмен, бро. Я спойлер 25-му году нарисовал, смотрите. Спойлер 25-му году сейчас будет. Давай, давай. Нет, сейчас. О, змеюка. Попугайчик. Да, попугай красивый. Нормально. Это спойлер? Кактус. Не-не-не-не. Красивый кактус. Сейчас спойлер. Это пиво развелось. Нормально. Вова, спойлер 25-му году! Па-па-пам! Я не знаю. Ничего не понял, ладно. Какой идиот, ебал. А, я понял, блядь. Классно.
Ты там просто себе на втором Монике картинки открывал и рисовал. Вот это кто нарисовал на гнида, я вижу. Я придумала, у тебя должен был быть динозавр. Да, вот тут я попытаюсь нарисовать динозавра. Я сделала динозавра. Не-не, я по-другому увидел динозавра, сейчас увидел. У меня пика-парк, типа Ликс и Рома. Рома злится на Ликса. Сейчас. Пика-парк, да. Дождись моего динозавра, блядь. Там... Вот он, блядь, смотри. Ебать, что ему входит в жопу? Ну, сука, блядь. У меня это травояк. Это лохнесское чудовище. Вот у меня хотел, вот я так же хотел, блядь. Ой, нифига, это крипер. Это все рисовали, блядь, драконов, динозавров. Там такая крокозябра, нахуй. А что это было? У меня тут самое милое получилось. У меня тут тоже милое. У меня тут тоже милое. Ребят, у меня самое милое тут будет. Извините, тут у меня соревнований. У меня тоже мило. Блядь, у тебя... Что у тебя в жизни? У тебя цензура, у тебя тайная. О, нифига, прикольно. У тебя цензура именно в чем... Она каждый раз его рисует. Да это пиздец. Да, она член рисует. Что с тобой? Смешно. Да. У меня развитие на уровне. 89-го, возможно, бы угорали. Страшно. Бля, Рома, ты уебище, у тебя каждый рисунок прикольный, ты мразь. А ты, Рома, уже такой рисунок, если что, рисовал, я помню такой уже. Такой нет. Такой рисовал, космос. Ты не рисовал, блядь. А я Стича нарисовал. О, хороший. Ну, вот тут, кстати, на уровне нас нарисовал, молодец. Не, нормально, хороший. Все равно на уровень повыше. О! Тарелка. Какая тарелка? Блядь. Это я, кстати, сам себе нарисовал, чтобы нарисовать свинью. О, черепашка-ниндзя. У меня этот из Майнкрафта, визор. У меня розетка. У меня вилка. Ебать, ты шакал именно нахуй ебаный. Настолько похуй, блядь, на рисунок. Не имею. О. Черепашка. Бля, вторая есть еще. Как мост на двоих. Это Соломон с засоской. А у меня копатыч. А у меня свинья ебаная. Ты мне сказали, что он угля понюхал. Жирная, блядь. Нормально. Ух. Ну конечно. О, ну, у меня тут крутой рисунок. Это мой самый любимый рисунок вообще здесь. У меня тут Лерон идея в прошлом подкинул. Ой, это из истории игрушек. Да. Ков. Я даже не помню. О, песики. Это мопсы? Это 100% песики. Это совы. 100% пенисы. Это без пениса. Совы. Но там нос в виде пениса острого такого. У меня вот. О, найс. Nice. Ромчик. Хорошо, мой самый любимый рисунок. Безобидно. Безобидно, не особо. Вот он. Вот оно, чего было-то, ебать. Кто не разгадал, ребята, блядь. Ну, что загадал, то нарисовал, собственно. Бля, ебать, чипс выдал, блядь, сегодня, блядь, Пикассо. Чё говоришь, слышь, водка? Да, с искусственным интеллектом можно. Можно. Водка, а представь, скиллс бы постоянно спрашивал, сколько времени осталось, и вот такую бы не выдавал. А как искусственным интеллектом, это как? Ну там ты просто пишешь предложение, и за тебя сама рисует тема. Промты пишешь, типа, да, и нейронка... О, давайте, давайте. А может туда создать, я просто не знаю. Там прикольно. Я тоже не умею. Там через сеть надо залогиниться. Да, да, там через Twitch. Да. Там нужно ссылку найти. Ну, создайте кто-то, ебать. Там... Кто шарит? Я сейчас ходок я не могу. Там у Хантика, по-моему, есть. О, там я нашла, кажется. Не, я нашла. Есть, скинул. Скинул в... О, Даш, ты на хайпе, ты тут это, живые трансляции? Реально? Да. Жесть. Полная. А чё я один в лобби? Выберите персонажа. А как присоединиться? Я тоже почему-то одного. Скинул. Залогиньтесь. Они украдут Твич. Я уже три раза залогинилась. Мне каждый раз в лобби перешёл. Всё, я зашёл. Да, вижу. Кто у нас ещё не зашёл? Я зашла. Куда заходить? Новая ссылка. Там новая ссылка последняя. А тут и все, кстати, режимы есть, да? Угу. Тут типа и... Ебать, мне надо зайти, его газы. Бля, в прошлый раз я не поняла, что написать чат, я поняла.
Обезите! Пиши слова просто. Напиши предложение. Он не загадывает или определенно. Просто людей, пишите, потому, и все, что за оно... вас нейронка генерирует. То есть вам не нужно она ничего. Не понимает. Короче, сексуальный подтекст скипает, Гитлера скипает, Сталина скипает, короче, вот такое. Охуеть. Что еще? Че, я взял? А кого не скипает, боюсь спросить? Так? А, вот так? Скиллзор не скипает. О. Не, я думаю, что он не узнает такое слово, поэтому пишу так. А еще? А мы тут не будем рисовать, не? Нет. Нет, нет, просто смотришь а и описываешь, и все. Ладно. Давай. Бежишь, пишет. Это про меня. Наконец-то вкусные хот-доги нашел, Найк. Че так много времени? Все пишут? Ты, блядь, мне до завтра нахуй писать или что, блядь? У меня температура, нахуй. Выздоравливай. Выздоравливай. Спасибо, брат. Пожалуйста, скипни. Выздоравливай. Ну кто один? Я не могу скипнуть, у нас, блядь, восьмой сидит, блядь. Так. На линии сказали подождать. Сейчас он рисует. Да. Я на линии, брат, я в боте. Мы типа сейчас своими действиями описываем. Улучшаем искусственный интеллект, чтобы он потом нас разъебал когда-то. Я на стримах его улучшаю. Что ты видишь на этом рисунке? Охуеть. Пиздец. Или как назвать? А у меня тут полуконь, полухуй. Что делать? Так и пиши. Блять. Описывай. Так не идет он. Так, там пишу. Не знаю, мне почему-то это в голову пришло. А, ну окей. Тут, кстати, вроде бы слабый нейрон. Экран съехал, Ася. Да что, он дальше будет рисовать то, что я написал, или что? Да. Это он не особо старается. Как это называется? Так? Маршмеллоу. Жмите, ёкарный бабай. Привет. Жмите. Извиняюсь, кто это был, блядь? Это Соломончик дошел. Он сказал привет и... Малый повзрослел. Он разговаривать уже умеет? Конечно. Нет, так. Он уже запретки ебашит. Легенда. Пусть даст одну короткую. Я не удивлен вообще, блядь. Соломон! Все-таки подумай над Симпсонами все-таки. О. О, ебать, нихуя себе. Не ебать. Аушки, сын. Иди сюда. Что он сказал? Ну. Осуждаю. Запускай. А у вас мозг вообще не работает, да? Ты просто скип пишешь или что? Нет. Типа одно слово или... Ну вот чел думает полдня. Но это он за Соломоном гоняется. Походу рил. Не-не-не, я нажал и просто ждал, сидел. Ну, у меня, если что, ни одного рисунка, вот который я смотрел, ни одного рисунка интересного не было, не знаю, как у вас. Да, слабая нарисетка. Ну да, на самом деле она много не понимает просто, и всё, скорее всего, так и есть. Так вы так пишете просто, и все. Ну, это да. Улитка зашла в бар, ей сделали сюрприз. Мы так сами. Это было нормально. Ну, просто это было, когда видно. Заходит улитка в бар. Ну, имею в виду, тут какой-то типа... А, тут одна и та же улитка, да. Ничего такого. Ну, да. Улитка заходит в бар. Бля, давайте еще раз сыграем режим, где надо голову, тело да, и ноги. Да, давайте вот этот лучше потом. Это хуйня режим, блядь. Да, это вообще параша. Улитка заходит в бар и такая типа, дай попить. Че? А че? Он ничего не меня, он ничего не меня. Ну, потому что вы этот опишите так же. Надо же дописывать же, да. Сюда. Первый аэропорт на Марсе, загадочный космос. Нихуя себе, блядь. Нихуя ты, блядь, выдал. Не, я не понял. Сургут 3050.
Сургут, чому? Что-то не особо, что-то поменялось, ребят. Сургут, у меня ком. Корабль пролетает над Гет. Ну вот, Сургут, нынешний. 13 район, фильм «Пришельцы», бомбят дома. О, дома бомбят. Ну. Я хуя решил, не смешной. Ну, так да не, мы угораем сейчас весело. Типа, я чё, типа, стопнул, я чё... общительная палитра. Я чё, размазал? Боже мой, блядь. О, нифига. О, нифига, как круто вышло, ебать, прям как загадала. Убежище. Да. Домик из листьев. Фотореализм. Угу. Ну. Просто задушнил. Фотореализм. Знаешь, что Агвин сначала на английском писал вообще? Когда мы только начали играть в эту штуку. Да-да-да. Ну, ребят, смотрите, какие зелёные дома, давайте. Вау. Травология в Хагвартс. В Пинтерест зайдём, блядь. Мир магии. Вау. Найс. Да. Мужчина качок ест бургеры, пукает сильно. Ну-ка, сейчас контент пойдёт. Мужчина качка. Кстати, да, реально мужчина качок. А Учиха утка кушает бургер с картошечкой. Бля, ну можешь чисто какие-то выдать? Дай нам какие-то порно. Не, было бы тут порно, было бы может смешно. Тупая утка кушает очень вкусный бургер, а мам. Тупая утка. О, утка, кстати, есть. Тут уже, походу, утку надо кушать. О. Ебать, полковник Сандерс. Почему там такие странные постеры? Испуганный ребенок в доме призраков. А где он испуганный? Он пиздец боится. Ты чисто, блядь, этот призрак. Девочка в дом монстре. А призраков не видно, Ром. Так, блядь. О, блядь, ебать, пиздатый мультик «Дом монстра». Да. Ужасный дом пожирает людишек. Хуйня мультик, я вас просто забайтил, чтобы понять, кто без вкуса. Ты чё, офигел? Охуеть. Хороший мультик. Заброшенный дом с летающим вокруг мясом. Он страшный очень был раньше, Дом монстра мультик. О! Там рисовка уебанская. Не бать стейки. Я не помню уже, какая там рисовка. Ну ладно, смотрим. Ой, Соломончика. Шлетит. Это про Соломона. О, уебище. А где, блядь, малыш? Вон лежит, валяется, внизу, не видишь? Не, вон он, воде. У него ноги нет. Он выпрыгивает из воды и улыбается людям. Улыбается людям. Ну, блядь, каждый день бы такую улыбку видеть, нахуй. В Египте такую улыбку мечтал увидеть. Акулыш Сан-Пьера. Мне кажется, он просто промпты не умеет. Да даст два, блядь. Красивые дома в старые времена. В старые времена. Красивый дом, блядь. Да дом монстр, кстати, блядь, а? Сиквел его. Да, блядь. Ладно, спасибо тому, кто предложил этот режим, это просто контент отдал жестко. О. А кто предлагал? Блин, знает, что такое Dota 2? Что? Да, да, да. Я не предлагал, чё, блядь? Это был я просить. В прошлый раз. Оборотень в лесу и волк. Я подумал, это волк. Слайд какой-то другой был просто. О, то же самое почти что. Он вырос головы только. Да, да, да. Большой волк смотрит на волка без головы. Почему же есть голова? Нету. О, ебать, больше и больше, блядь. Волк без головы. Ебачий ляпник. Шрек с оружием стоит за свое болото в дерьме. Бля, братан, я не понял, что он за свое болото стоит в дерьме, сорян. Лицо. Я чуть-чуть не допонял. Шрек держит ствол. Надеюсь, будет тот ствол держать. О, поправился, братан. Да, да, да. Нет, подкачался, Ром. Бро, Шрек попал в игру Чаунтер Стрики. Бать, Раша Тэшку под флешку. Шлек смотрит на Ксера. Ксера такие. Такие, блядь, вот этот Ксера знакомый. Я на тебя не поняла. Заруинил дед ебаный, блядь. Нормально. Дед заруинил. Вроде не он предлагал это играть. Пойдем. Че, го еще раз сыграем этот режимчик. Этот же давай. Стоп, так же зайти? Погодите. А мы в этом же, не выходите. Хамстер, криминал. По той же ссылке присоединяйтесь. Так, сука, там же сидит. А, там есть. Все. Сейчас, секунду, я перезахожу. Все тут? Да. Давайте вот это. 7 из 14. Кого-то нет. Стоп, мне опять через фич логинится? Ну да. Ну да, просто зайти. Тоже лупим точно. Резюмчик топовый, ребят. Чё, мы сейчас рисуем головы, тела, вот эту зону. Да-да. Ого. Понятно. И что мы сейчас в итоге делаем-то? Ну, изысканный труп, вот это.
Давай, 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 делай. Блин, давай, давай, все, переменный. Так, блин. Я не придумал, что нарисовать. Я хочу фон сделать. Да что такое, блядь, лезет? Да что у тебя, гастрит? Возможно. Мне тоже. Ну, у нас вон, блядь, Хамстер Комбат. Я попробую хомяка сейчас нарисовать, но не обещаю, ребят. А можешь песню спеть, Хамстер Комбат? Ай, блядь, надо выучить. Как будто очень полезная тема. Согласен, брат. Надо поставить. Сколько еще времени? Ты заебал. Ну ты заебешь, почини мне, братан! Братан, почини мне! Демку с временем, блядь. Я немного модифицировала просто. Да, похуй всем. А, да, да. А сейчас сколько? Почти половина. Почти половина. Все, спасибо. И вроде не заебал. Даже не половина. Ладно, я знаю, что можно добавить. Немножко теней. Ну, теней, блядь. Ага. Или как это, блики? Хуики. Да что ты такой негативный? У меня как времени нету, я, блядь, тоже пойми. У тебя еще много времени. Во. Ждем. Я покажу обзор на своих нет. Уточек. Нет. Есть. Вот такая уточка. Я сидел, ждал этот обзор. Я тоже только ради обзора. Есть вот такая уточка. Ой, блядь, а вот такая уточка. Здесь у нас. А еще вот такая. Да ну не верю. Пиздишь. Реально это есть? Да. Стоп, откуда ты ее взяла, блядь, эту уточку? Ебануться, блядь. Вот это ты мне подарил. А, блядь. Это тоже. Это я сама себе купила. Да ну не. А это ты хотела зиму подарить, но забыл. О, придумал. Опа. Сколько времени, блядь, быстро? Все, уже нет времени, закончилось. Выйти, ну, звонок, звоночек звонит, звонок, все, звонит. Понимаешь, что у тебя все, пизда. Да, но у меня до этого звоночек не звонил, бро. Сейчас звонит? Чат звонит? Сейчас звонит, говорю. Чат звоните? Чат звоните, 5-5-8. Камбурман! Это что-то пиздит. Я просто не понимаю, ты... По факту все пиздит! Ты вообще понял, помнишь, откуда ты, блядь, где ты вырос? Там накуривают, наверное, слышишь? Да, походу там, блядь, надуривают. Угу. Опа, это дабл, дабл, дабл! Я уже устала ждать. У нас тип просто улетел. Увозите его. Забирайте.
Ага. Вам интернет-очень оплачивает он, да? Блять, что это у меня за рисунок, сука? Как он называется? Ебаный сын. Я чел просто один цвет использовал. Догадайся. Ты так же делаешь сюда? Нет. Да. Да, я же сюда. Да блять, ну как... Каким хуем, как ты это сделал, сука, фон уёбищный такой, чтобы нельзя, бля, переклеить, сука, этой хуйнёй, блядь. Кто это сделал, блядь? Сори, родной. Да кто-то гуся нарисовал там, видимо, блядь, судя по шее, и... Ребят, хомяк кому-то попался? Просто прошу, так интересно. Я пытался. Я не понимаю, что у меня за уёбина. Я вот, тоже понимаю, у меня чел один этот, блядь, кусочек одним цветом, другой другими, теперь еби мозг нахуй. Это не мой точно. У меня там все Гуччи, там понятно, что хомяк. Какой-то придурок у меня рисовал, блядь, скорее всего. Не знаю, мне похуй. А, мне надо торс рисовать, я рисую ноги. Ёбаный в рот. А, это у меня? Не. Ну пофиг, нормально, я уже не буду стирать. Если кто-то, ребят, рисовал Шрека, блядь, то он без рук будет. Почему? А, всё, я уже потому что, блядь, не влезло пузо нахуй большое. Охуеть. Ты рисовал Шрека? Да. Ну он без рук будет, братан, ну типа ты толстым его сделал, блядь. Ребят, главное мой хамстер комбат не испорти. Я постараюсь. А, ребят, можешь себе потом Шреку руки из ног дорисовать? Братан, ну честно, я старался, я посрался. Кажется, я испортила Хамстер Комбат. Не надо. Там нечего портить. Ладно, я нарисую руки, так уж и быть, перерисовываем. Водка, потеешь? Ой. Мне уже этот мозг не варит. Не варит? Да. Подлей кипятка. Потому что вот это надо нарисовать, да? Вот это. Не знаю, так, пипетка. Будет. Пусть будет это. Это цепочка. Какая моча. На солнышко гляжу. Блин, ай, блядь. Я не знаю. Что сейчас такое, блин? Ну чё ж ты не знаешь? Как хомяка рисовать. Блин. Кто о, это хомяка цвет, испортить, блядь. Это пиздец, если что, эти сразу. Ну... Тебя отменят, на Твиче. Слышно. Я уже начала другое рисовать, поэтому... Я решила, пиздать. Что просто комбинирую. А, все ну правильно. Зачем ты ему письку? Зачем ты ему письку? Это не писька! Это хвостик! Какая писька! Да что, меня честно на хуй похоже. Чел с 8 взял, видит слово писька. Угар полнейший! Писька это смешно всегда, блядь! Вы просто не шарите! Пуки, писька всегда смешно, блядь! Да, да, да. Ублюдки нахуй, всегда смешно. Сиська туда добавьте. Всегда смешно. Не, сиська вот уже как бы на минус вайп. Пук. А кто мне вчера трусы Ринян загадал, на кто я? А, мы не знаем. Вот вопрос, блядь. Крокодил, дил, 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 до. Макс? Я ничего не загадывал. Понятно. Ну, он тоже раньше в Воде 89 был. Ну? Он душой там до сих пор. Типа на миллион секунд забанили. Охуеть. Миллион секунд это сколько лет? Сука. Это месяц. 1 209 600 секунд. Месяц, да? 14 дней. А 14 дней.
Ой-ой-ой, убери. О. Шрека. О. Ой, я не понимаю. Вы заебали со своим этим Гарри Поттером? Он завершительно нарисовав ноги. Ебать, это что? Я вообще не понимаю, что это такое. А, это ноги, блядь. А почему такой желто-черный цвет? Что за хуйня? Ты давай там не умничай. Попробуем нарисовать нормальные ботинки. Не, ладно, у меня ноль идей. Рисую. Что я думаю? Что это за тяги? Бархатные тяги. О нет, только не грязно, хуё, Микки. Иди нахуй, сусень шлюх. Ну, моя ты ему. Я все уже. Красавчик. Я складки учусь рисовать. Красава, ты же учиться сюда пришла, блядь. Да. Ебать, он ебашит всех хаков. Легенда, блядь. У меня ни единого опять нормального рисунка. Бля, боже, нахуй. Чем я пришел, блядь? Куда я уебище? Да ё-моё, где дырка? Пока журчит вода в фонтане с дельфином. Ну, порвало нас. Боюсь, если без текста пою, что он будет с ним в конце. Водка. Водка. Какие вы твари ебаные. Какие вы твари ебаные. Ты же лагаешь, злобоев. Ты у тебя, брат, ты начинаешь говорить, сейчас пропадает связь. Да, блядь, сервер, сука, блядь, где находится, блядь? Где, я хуй знает. Надо узнавать у админов. Зашел на стрим к Даше, у нее ноги лучше, чем все рисунки, которые сегодня рисовал. Ты про ее ноги? Да, красава. Мы же, блядь, рисунок дебилы нахуй. А, понял ты это. То есть у нее хуевые ноги, да? Да похуй мне на ее ноги. Ром! Успокойся. Успокойся. Понял, сука? Блять, да не смешите. Да не будем, братан. Да, ну мы еще так смешим тебя жестко. Сколько времени еще я заебался сидеть нахуй без дела? Да уже все, можешь нажимать. Нажмите готово, ублюдки. А, точно. Нет, я рисую ноги. Я тоже рисую ноги. Я рисую ноги. Так что там они уже готовы как будто. Не-не-не. А вы что подсматриваете? А я то, первый раз, кстати, посмотрел. Что-то поменится это. Да. Ну ладно. Эффект неожиданности. Что-то сделал я прикольно, как будто. Ладно, я тут вруинил жестко, соляночек. Это после фанта. Ну, это вообще актуальная хуйня сейчас была. И ты про мои шутки еще что-то пиздишь. На, нахуй, Гвин. У меня вон Микки несется, блядь. Да-да-да. Он сейчас смотри, за всех хаков ебенит. Его, правда, никто не видит, кроме нас. Микки! Гвин, работай, чего ты сидишь? Ладно, там уже тебя ебенит. Релакс, это боты, если что, брат. Даже не знаю, в чем мем, что ты понимал. Их просто пермачом можно вносить. Охуеть. Какие ноги красивые. А, ебать, вы меня все ждали? Да. Ты что, уебище, просто не нажал готово? Да, блядь. Давай. Кто знал-то, ебать? О, да. О, пошла, возьми. Шрек. А что это за... А, это Шрек был, ладно, с таким Шреком и тело такое может быть. А, это нет. Нормально, нормально. А, братан, нет, стоп, у меня не твое было. Ну ты, бля, вот, ну, блядь. От огурцы. Он, блядь, я думал, это план. Гвин, у меня еще не твой Шрек был, там кто-то еще ебей. Не мой Шрек был? Да. Ну-ка. О! Ебать, поп! А, так вот кому я ноги рисовала.
Ух, ебать. А, это не Шрек был? Откуда зеленый цвет? А, он в глазах. Я думал, это Шрек. Ну, кстати, красиво, пиздец. Красиво. Ну-ка. Там просто поняли зеленый цвет, ну, и ноги уебан, о, руки уебанские. Ну, блять, я говорю, не повесились, но я обещал дорисовать. Ром, что-то ты не постарался. Ты тоже. Вообще не постарался. У тебя все рисунки блондины? Это я Рома тоже нарисовала, говорю, модифицировала. Я почему-то думала, что это Дональд Дак. Я думал, это Дональд Трамп. Ну, кстати, хорошо получилось. Ну, прическа, как у Трампа, реально. Бля, вам просто везет, что еще пока я ни разу не вступал в игру. О, Акса, так. Нифига. А кто сделал из него краба? Хороша на Зарошева, похоже. Красиво. Ой, бля. Я там стесняшка, нахуй. Не бать, у него лапки. Ебаный рот. Стакнулась, сори. Как же мы стакнулись, как же мы стакнулись. Ну, ребят, это Акс нормальной тройки. Я на нем ебену. Это Хамстер Комбат. Не я это дорисовывал. Да, что... Хуй убрала. Я не люблю закрашивать голову. Бля, нет, ну... Тапаем всей деревни. Эдвард, руки чьи. Что, вот 5 минут, а? Два хомяк. Я рисовал секунд 10-15. Рада говорю. И 4 минуты. О, это я выкупила. О, Губка Бомж. Красиво. Нифига, у него трусики. Пиздец, не закрасил. Бля! Прикинь, да? Ну ты прикинь. Артём! А, нет, кстати, нормально. Там кто-то сзади пристроился, как будто. Большой Спанч Боб. Да. Папа Боб. Кто это? Не понял. Это кто-то из игры. Бля, почему скинс, как будто все рисунки дорисовывают? Это дядя Веня. Ой. Ну, Ром, ну ты как всегда. Ну какой рисунок такой, блядь, продолжай. Поехали. Бля, идеально. Там один будет. Поехали, говорит. Грустный. А, вот это, сори, ребят. Ой, блядь. Бля! Нет, слышь, нормально вроде. А, ну. А я думал, это типа, ну. Да ладно, нормально, слышите? Да нормально, да. Лионель Месси. М это Месси, блядь. Дизреспект. Он человек-паук. Нормально получилось. Да не, вообще охуенно. Да. Ну все, всем спасибо, можно поспать. На каблучках и фанат Барселоны. Спокойной ночи. И рокер.